Всем привет! Сегодня я еду к родителям. Но это не обычная поездка к родителям, а поездка к родителям с Ксюшей. Эля approves. Ксюша познакомилась с моей мамой, с Элей и с Маркусом. И сейчас я спустилась в подвал, пока она разговаривает со своим парнем, чтобы искать велики. И я их нашла. Короче, мы с Ксюшей едем по... Ой. Самый милый пес. Он пришел кого-то встретить, да. И не увидел. Не в этот раз. Мы сейчас едем в город на велосипедах через суперсложный маршрут. Через парк. Сначала через лес, потом через парк. Если вы из Ступино, то вы наверняка знаете маршрут из Акреи в Ступино через парк. Через парк. 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 Устрою фотосессию. Слушай, как ты съехала? Так стрёмно. Слушай, я Лара Крофт. Мы заключили то, что здесь пейнтбольная площадка. Непонятно, она действующая или нет. Я же говорила. Evidence, please. Нет. Все свои эмоции, все фрустрации. Я хочу фотосессию. Ладно, сейчас, подожди. Выяснилось, что по дороге к Ступино на земле валяются эмодзи. Ксюш, что, устала? Нет. Позовет к себе домой. Подумайте два. Блин, боец, я разочарована. Я думала, что у тебя другой уровень подготовки. Так, пока Ксюша разговаривает по телефону, давайте мы проанализируем состояние мха на этих деревьев. Вех. Чему нас учили в школе? Что если мох, там, где мох растет, там и север, да? Правильно? Так вот, что за... А, вот, ну да, он растет где-то. Он растет с этой стороны. Но с этой стороны, по-моему, не север. Москва там. О, бля, реально север. Oh my goodness, it works! Смотрите, что я нашла! Ксюша, иди скорее сюда. Что надо смотреть? Нора? Да. Мышка? Нет, мышка, я думаю, не роет. Возможно, крот. Чего, мышь не роет? В земле. Ты чего, мать? Носок! Концерт птичек. Блин, я с детства фолловлю эту группу, обожаю. Боже мой, там какая-то серьезная футбольная игра. Там, в общем, все орут, все друг на друга бросаются, тренер орет матом на мальчиков. Ужас, просто ужас. Так, статус апдейт. Еле-еле мы доехали до парка. Ксюша. Да, Ник постоянно тормозила. Останавливалась каждые 5 минут. У меня что-то капнуло, пукнуло. Кто-то написал. Приди. Это моя школа. Короче, это плиточки, которые устанавливаются при выпуске. Оцени, как в 2012, я не знаю, вижу, видно или нет, как в 2012 появились деньги у народа, как раньше не было. А вот в 2015 вообще хорошо, такие мраморные плиты. Это не просто 2008 камень. Какой фильм посмотрим? Этот фильм? Или одинаковый фильм? Или одинаковый фильм? Итак... Я привела Ксюшу в Центр культурной жизни нашего города. Ты готова культурно обогатиться, Ксюш? О, да! You wanna impress a girl? Take her to McDonald's. Почему-то в Ступинском Макдональдсе все меню черное. Не знаю, в Макдональдсе... Не знаю, в Москве то же самое или нет. Первый раз вижу. Там тебе разделение. На говядину, курицу и рыбу. И все такое.
Наблюдается ли то же самое в вашем Макдональдсе? Сообщите мне, пожалуйста. Так, мы подкрепились, и теперь... Чего? И теперь отправляемся домой. Другим путем, более легким. Более Ксюша проприет. Это единственный самый сложный участок на этом маршруте. Куча машин. Геть, это наш друг, который провожал нас в дальний путь. Он встретил нас в совсем другом месте. Спустя много часов. Какой красивый, пушистый и дружелюбный. Куда-то бежит по делам, встречать, наверное, других людей и провожать их. Какой милый, пушистый. Пока. Ни собака и ни волк. Кто же он? Все, мы приехали. Молодец, Ксюш. Спасибо. Награду ты получаешь обедик со спаржей. Я не люблю спарж. На следующей электричке поедешь домой. Я приготовила Ксюше чамбат. Нет, брускетту. Это, Ксюша, видишь, да? Кусочек чиабатты с помидорками, пожаренными с чесночком, всякими специями. Что это жест, я не знаю. Еще у нас есть немножко вина. Кто опять к нам пожаловал? Это измена. Это просто вообще... Я не знаю, у меня нет слов. Очень больно. Эля. Эль. Мы покушали и устали. О, господи. Очень шуршало, да? Да. Ксения. Кат. Ей слишком быстро наскучили мои серенады. Вот и подошел день с Ксюшей к концу. Поужинали с родителями. Еще я подавила прыщи. Потом Ксюша мне сказала, давай намажем лицо оливковым маслом, потому что это мои прыщи спасло, и точнее наоборот, уничтожило. И я намазала. Теперь вся кожа мне блестит. И вот эти штуки, это я давила себе прыщи. Доброе утро! Я сейчас опять пересмотрела видео, ржала на весь дом. Ах, хорошо, что мы его сняли. Если вы все еще не посмотрели, посмотрите. Ксюша сейчас моет голову, и я пойду провожать ее на электричку. Привет, бьюти-рутин в Ксения Шевчук. Давай, что ты делаешь? Это что такое? Первое, что мы используем, это Lancome Tint Miracle. Струя мощная. Тихо, влог идет. Вот нет, этот на Баксика все, да. Похоже. Это она же играется. Но она может больно куснуть. Слушай, почему коты делают задними лапами? Бакс тоже так делает. Рвут тебе кишки. Вот и все. Вот и подошла к концу эта прекрасная пора. Как знакомство с родителями прошло? Гладко? Да, гладко. Замечательные люди. Если вы хотите, чтобы Ксюша еще приезжала, ставьте палец вверх. И чтобы, если, например, будет очень много пальцев вверх, то у нее абсолютно не будет выбора. Свобода воли как бы уничтожится, и все сработает. Верьте мне, так и будет. Я должна уйти. Нет, постой, постой. Это нормально? Да, вот это давай. Все, пока. Ладно, все.